Я очень люблю лето, потому что летом остается очень много времени для тренировок. Я прихожу и тренируюсь, ухожу и тренируюсь. Для меня это очень важно. Летом можно получить много знаний, много новой информации. Намного больше времени уходит на тренировки, и все хорошо. Надо тренироваться летом, чтобы потом все было хорошо, хорошо. Ты выступала во всех батлах, и было все классно. Летом нужно заниматься, потому что нельзя приостанавливать свое развитие. Иначе вы против сентября, и просто у вас ничего не получится. Руки, ноги, тело все забудет, и будет плохо. Заниматься летом – это круто. Планирую батлы на 25 июня. Летом мы тренируемся очень хорошо. Но я хочу чуть-чуть другого. Я хочу, чтобы в Магадане была хорошая погода, и мы занимались на улице, как в 2020 году. Свежий воздух, солнышко, все так весело и все бодренько. Это весело, круто. Отдыхать, конечно, тоже круто, но тренироваться еще лучше. Надо все-таки тренироваться, не сидеть на месте, а то подумаешь, ой, самый крутой, я умею гель, там флайеры, мне ничего не надо. А потом через несколько дней, опа, ничего не умеешь, и все с нуля надо начинать. Как уже сказали, главное не запускать все это, потому что в сентябре, да, можно прийти ни с чем. При этом заниматься очень полезно, потому что мы проходим много нового, много полезного. И вообще больше времени можно приходить за час до тренировки и тренироваться самому. Это круто. Летом можно отдыхать в отпуске, но и не забывать про брейкдаун. Если вы будете отдыхать летом и не заниматься, то вы почти все забудете, и надо будет опять же развиваться. Те, кто не занимаются летом, пропускают очень много нового, пропускают очень много веселого. И вообще, ну, это их право, хотят, пропускают, но лучше уж тренироваться. Летом я занимаюсь, я хожу сюда в онлайн, еще плюс хожу тоже на самостоятельные тренировки. Мы там учим связки, развиваем свой фристайл, ну и, в принципе, прокачиваемся. Для тех, кто сейчас в отпусках, я хочу сказать то, что прилетайте скорее сюда, будете заниматься, изучать новые движения, участвовать в батлах и в джемах. Ну, если вы улетели в отпуск, то окей. Если вы тренируетесь, то вы крутой уважуха. Я вас люблю. Всем пока. Будь в режиме танца. Будь онлайн. Будь в режиме танца. Будь онлайн. Будь в режиме танца. Будь онлайн.